будем говорить сегодня на тему гороскопов. Не секрет, что эти гороскопы не всегда пишут астрологи. Это вещи сугубо индивидуальные. Как подобрать все-таки своего астролога? Астролог должен говорить только правду. Можно поменять судьбу или все уже предначертано? Изменить свою судьбу можно, но это требует изменения сознания. Практически невозможного. Кирпич никому на голову просто так не свалится. Каждый человек ищет счастье. Эта тема близкая каждому человеку. Какого бы класса он ни был, какого бы образования он ни был, он ищет счастье. Налево пойти или направо пойти, да? Да. Женатым быть там, да, или, да, коня потерять и так далее. В этой сказке там не особо были хорошие-то пути. Совершая поступки, мы опираемся на свои мысли. Вот мы, собственно, и имеем фильм «День сурка», да? Когда он каждый день просыпался, он пытался что-то поменять, он на самом деле менял, но приходил он к одному и тому же результату. Как только действительно произошли какие-то глубокие перемены в нем, внутренние, все изменилось. Задача в том, чтобы просто одухотворить свою материальную жизнь, привнести в нее духовный аспект. Я бы не хотела эту тему развивать дальше, потому что к этому человек должен прийти самостоятельно.